Продолжаем говорить о странах, бывших когда-то частью одного большого Советского Союза. Это 10 интересных фактов про Республику Беларусь. В Беларуси вообще нет монет, и все наличные расчеты совершаются с помощью купюр. Самая маленькая купюра в стране – это 100 белорусских рублей. В пересчете на российские деньги – это 33 копейки. А самая большая купюра – это 200 тысяч белорусских рублей. Если перевести это на рубли российские, то их получится 650. Белорусский рубль является одной из самых дешевых валют в мире. 1 миллион белорусских рублей – это 50 долларов или 3200 российских рублей. Поэтому каждый белорус является миллионером. После распада Советского Союза на территории Беларуси осталось советское ядерное вооружение. Но власти страны приняли решение от него отказаться и вывезли весь ядерный арсенал в Россию. В результате аварии на Чернобыльской АЭС более 20% территории Республики Беларусь оказалось в зоне радиоактивного загрязнения. В Беларуси до сих пор применяется смертная казнь, хотя такие приговоры выносятся крайне редко. Большинство белорусских слов пишутся так же, как и произносятся. Например, кафе, вокзал, молоко, Москва и так далее. Средняя зарплата в Беларуси небольшая, примерно 320 долларов или 20 тысяч российских рублей. Но при этом в стране нет нищих, бездомных, а уровень безработицы крайне низкий. До 1936 года в Белорусской ССР было 4 государственных языка – русский, белорусский, польский и идиш – язык европейских евреев. Надписи на этих 4 языках присутствуют на гербе Беларуси тех времен. На старой купюре в 200 вьетнамских донгов изображен трактор «Беларус». Вот уже более 20 лет, 5 сроков подряд, президентом Беларуси является Александр Григорьевич Лукашенко. Пользуясь случаем, хочу передать привет всем моим зрителям из Беларуси. Ребята, напишите в комментариях, из какого вы города. Все знают, что в Беларуси очень уважают картошку, поэтому обязательно посмотрите мое видео с интересными фактами про картошку, а также видео с интересными фактами про Казахстан, потому что Казахстан – это тоже наш добрый сосед. Ссылки на эти видео на экране в аннотации, а также в описании под этим роликом. Спасибо вам за просмотр. Если вам было интересно, то обязательно поставьте мне лайк, вступите в группу ВКонтакте и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить другие интересные выпуски. С вами был Демиоз, пока!